Институт гастрономии! Обескуражить соперника смелостью и напором – такую тактику выбрала команда будущих шеф-поваров против сборной физиков. И это сработало. Эмоции плещут через край. Кульминационный момент – захват флага противника. Провести массовую игру в разгар сессии предложили сами ребята. С одной стороны, чтобы немного отвлечься от экзаменов, а с другой, чтобы необычно отметить день студента. Они сказали, что им бы было классно вспомнить в том числе универсиаду и вообще опробовать наши зимние объекты, точнее наши спортивные объекты в зимнее время. И поэтому они предложили такую битву, которая, ну, не в простонародье, а так скажем, официально называется Юкигасен. Юкигасен – реально существующее соревнование со строгими правилами. Игра появилась в Японии. Снежки диаметром не больше 7 сантиметров. Сделать их нужно заранее, в течение 2 минут. На поле боя лепить запрещено. Сам матч состоит из 3 периодов по 1 минуте каждый. Играть снежки довольно захватывающе. Главное, чтобы не выбили раньше времени. В соревнованиях участвуют 10 команд. Это студенты как из Сибирского федерального университета, так и из других вузов. Причем для некоторых из них это вообще первый опыт игры в снежки. У нас такого нету. Мы такое не делаем, потому что у нас не так холодно. В стране нашей сейчас вообще снега нету. Обещают, будет еще минус 30. Я не знаю, как я выживу, но мы не отчаиваемся. Вот я говорю, беги, пофигу, просто бегите за флажком. Несколько часов снежной битвы, кажется, ничуть не вымотали участников. Победитель получил звание абсолютного чемпиона университета по снежкам, а все остальные – запас отличного настроения. Анна Московских, Александр Ермошенко, Енисей. Новости.